Строительство новой станции метро «Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работа проходит по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зоны метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована. Смонтированы, подготовлены для начала проходки тоннелепроходческий механизированный комплекс. Начать разработку тоннелей подрядчик планирует в ноябре текущего года. Новую 11-ю станцию Самарского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил проект инфраструктурного развития строительства 11-й станции метро. Станция «Театральная» станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской, от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. Станция «Театральная» – это очень важный момент в истории нашего города. Строительство метро очень важно для студентов, потому что там сосредоточено учебное заведение. Очень важно для жителей города, которые добираются в театр, допустим, с юнгородка. Ну, это просто замечательная идея, мы с удовольствием поддерживаем, мы рады этому.